марка, это вот такая вот марка Lotton, я так понимаю, Cosmetics. Здесь это тоже уход за волосами. Я так понимаю, может быть, у них еще и для тела есть. Ну, в общем, вроде как все для волос. Не буду утверждать, тоже есть сайт. А вот здесь есть, кстати, еще брошюрка, сейчас вам покажу. Итак, подарили они 3 средства. Ну, я думаю, что это полноразмерные средства, да, 200 мл. То есть это у нас шампунь для волос окрашенных. Вот такой вот шампунь. Ну, не знаю, мне как бы, в принципе, волосы не окрашенные, но я думаю, что можно попробовать. Потом эликсир протеиновый для волос, которые, ну, ломаются там и так далее. Вот такой вот эликсир. Написано, что нужно втирать в кожу головы, волос, и потом уже укладку делать. Ну, в общем, посмотрим, еще раз почитаю нормально. И вот такой вот, это я люблю, гидроконтроль для сухих волос, шиколочки всякие, это я все люблю. Так что посмотрим. Итак, здесь еще какие-то есть брошюрки, сейчас посмотрим, что они еще выпускают и что еще есть. Вот есть еще масла всякие для органовые, кокосовая, макадамия масла. Ну, в общем, все для волос, да. Все для волос. Все для волос. И немножко вот есть, смотрю, масла еще для рук, я так понимаю. Пенкне долоне и позногче. То есть для рук и ногтей. Вот такие вот еще есть средства. В общем, все интересно, все буду тестировать, пробовать, уже вам показывать или в фаворитах, или еще что-то. Не знаю, посмотрим. Так, закрываем эту марку. Спасибо ей огромное тоже. Тоже марка для волос. Она называется вот так вот Glint. Как-то так. Swiss Formula. Они нам тоже подарили несколько таких, я так понимаю, миниатюр для волос. Здесь Volume Energy шампунь 50 мл. Вот такой вот прикольно будет с собой куда-то, может быть, взять. Такие миниатюрки, знаете. Потом 50 мл это у нас Blowing Spray. Какой-то гидровитамин. Может быть, какая-то маска это или еще что-то. Ну, в общем, не знаю, посмотрю. Уже более детально еще раз повторюсь, вам расскажу. И еще подарили вот такой вот. В пакетике был вот такой вот силиконовый браслет. Итак, следующая марка, которая тоже была для волос, она называется Кемон, я так понимаю. Вот так вот название выглядит. Вот такой вот подарили нам пакет. Здесь немного продуктов, но, точнее, совсем немного. Здесь, значит, всякие брошюрки, почитать, что об этой фирме. То есть здесь все для волос, уход за волосами и стайлинг. Ну, то есть всякие лаки, там пенки и так далее, и так далее. И, конечно же, нам подарили такой вот лак. Теперь я уже никуда не денусь, придется делать какие-то локоны, может быть, хотя бы для видео хотя бы, потому что я так, в принципе, лаками не пользуюсь. А дальше здесь в пакете еще есть вот такие вот пробники. Пробники мы любим все, пригодятся, бальзамы и так далее. Потом вот такая вот красивая тоже ручка сделана под дерево, такая как бумажная. И был вот такой вот мешочек, честно скажу, 2 или 3 конфеты отсюда уже съедено. Вот такие вот конфетки, прикольные мешочки. Просто такие, знаете, молочные коровки, ну вот так оформлено красиво, как презентационные такие пакетики с клубничками давали людям тоже. Нам просто как бы еще подарили лак, а так такие пакетики с конфетками подавали, наверное, я думаю, что всем покупателям, которые что-то у них покупают. Еще одна марка, то есть для волос, называется она вот так вот, правда, ничего так особо не подарили, такие пробнички. Вот для волос. Тоже интересно будет попробовать, что и как. Я так понимаю, что, судя по их стенду, красиво было все оформлено, то они занимаются тоже, то есть уходом за волосами тоже все.
Итак, следующая марка, которая занимается ресницами. Naturallashes.pl. Такой вот сайт, я все напишу. Вот такое вот красивое оформление. И подарили вот такие вот красивые реснички. Тоже уйма всяких ресниц у них там на стенде было. И девушка, которая рассказывала, то есть у нее такие были тоже нарощенные красивые ресницы. Они многоразового использования, поэтому я уже никуда не отверчусь, надо будет сделать какой-то макияж. Если честно вам скажу, то я никогда не клеила, вот пучковые клеила ресницы себе, а вот эти вот такие вот нет. Ну как-то не клеила, да и не клеила, может быть, как-то не было у меня такой потребности, что ли, в них. Вот, ну очень красивые, посмотрим. Какие-то натуральные, то есть посмотрим, как они будут выглядеть. Очень красиво для какого-то вечернего макияжа пригодятся. И дальше всем известная марка, я думаю, что и у нас в Украине девочки ее знают, это марка Ardell. Вот такой вот каталог красивый. Здесь ресницы, всевозможные клеи. То есть весь ассортимент, очень интересно посмотреть. Знаете, когда всякие тени, кисточки. Когда это интернет-магазин, это одно, когда ты можешь почитать, просто посмотреть в руках, то это совсем другое. Я так понимаю, Ardell Professional и еще фирма Marcos. Marcos.pl, я все напишу, еще раз повторюсь, под видео. И они подарили здесь нам пучки. Вот такие вот Ardell. И еще одна фирма, которая тоже лежала же в этом пакете. Я не знаю почему. А, эта фирма вот это Marcos делает. Сехе. Это для ногтей топ. То есть топ для ногтей, какая-то новинка. Вот так вот выглядит. Какое-то топовое покрытие для гелевый эффект. То есть не нужно, как здесь написано, применять лампу. Вот, без лампы, какая-то новинка. Я не знаю, здесь оно цветное или нет. Нет, просто светлое, такое прозрачненькое средство. Сейчас покажу вам одну марку, которая занимается изготовлением мыла всякого такого интересного. Я тоже там кое-что снимала. Если кто смотрел, вот такой вот красивый, как бы а-ля натуральный пакетик. Эта марка выпускает мыло и всякие масла. Lucky называется, .pl. Познание, кстати. И, к сожалению, на выставке был только муж, а девушка, жена его, которая, я так понимаю, является тоже блогером, и запустила вот свою марку. И подарили нам вот такие вот шикарные три мыла. Сердце. Потом вот такой вот мишка. И вот такой вот еще коричневый мишка. Ну супер просто. Сердце, конечно, такое увесистое, большое. Даже не знаю, сколько оно по объему. Написано, что без СЛС и всяких добавок плохих. Вот такое вот мыло. Супер. Очень интересно. Посмотрим. И осталось у меня еще три марки вам показать. Следующая польская марка, которая позиционируется как уход за лицом, я так понимаю, может быть, у них что-то есть еще и для волос, я не знаю, не смотрела. Вианы. И здесь тоже куча каталогов есть. Мы сейчас посмотрим, что, чем они занимаются. Здесь куча всего и для тела, я так понимаю, и маски, и шампуни, просто и масла, и все, что хочешь. Куча вообще, куча читать, не перечитать, учить мне слова новые. Итак, крем для лица на ночь. Это то есть вся... это продукция вся натуральная, то есть даже подходит, которая не тестируется на животных. Вот, вот такой вот крем ночной. Потом молочко для демакияжа. Такой вот. Потом пилинг для лица. Маска-пилинг для лица. И очищающее средство, то есть мицеллярная вода плюс тоник. Вот. Куча
чего что пробовать. У меня сейчас новый ход аптечный, я вам еще не показывала, но обязательно покажу. Вот, так что есть что пробовать. Следующая польская марка тоже декоративной косметики и там кисти у них и так далее. Вот так вот называется Maxmo. Здесь тоже куча всего. И базы, и тени. И был очень красивый был стенд у них. Я вам, по-моему, показывала там на видео что-то немножечко. В общем, куча всего. И цены довольно такие бюджетные, я бы не сказала, что слишком дорого. Вот, так что посмотрим. И вот такой вот пакетик подарили с косметикой. Значит, что у нас здесь есть? Здесь такие визиточки лежат. Так, вот это у нас румяна. Вот такого вот персикового оттенка. Не знаю, посмотрим, ничего еще не пробовала. Посмотрим, может быть, сделаю какой-то вам макияж. Давно уже ничего такого не делала. Потом вот такие вот тени, блестки рассыпчатые. Вот такого вот оттенка. Три таких, два карандаша, точнее, один карандаш помада красного цвета, номер 104. Вот такой вот карандашик. Вот так вот. Помада очень легко наносится. Запаха никакого не имеет. И два таких карандаша. Один для глаз, такой темно-синий. А я думаю, что можно использовать как вместо черного. И такой вот красный, я так понимаю, что под помаду. Немножко он краснее, чуть-чуть. В общем, вот такие вот. И я бы, конечно, сама себе такое в жизни не купила, но не знаю, я теперь придется как-то попробовать, что ли, как-то поискать какой-то макияж, что-то придумать. Тени, та-дам, вот такого вот красного цвета. Если вы пользуетесь такими тенями, напишите мне, как вы пользуетесь ими. Для чего и куда и как. В общем, такие, конечно, но они реально такие красные. Ну, в общем, посмотрим. Последняя марка, которую я вам покажу, это будет марка Peggy Sage. Я думаю, что многие ее знают. Я, кстати, ее одно время дома очень хотела ее попробовать. Ну, как-то так. У нас в городе не было, и надо было заказывать, не протестируешь. А стоит она, как бы, в принципе, не дешево. Вот. Я сфотографировалась с вот этой вот девочкой, которая, я так понимаю, рекламирует эту марку. Она мне здесь даже написала послание. Вот, спасибо ей. Агнешка зовут. Что же здесь было в этом пакете? Я потом, конечно, у них еще скупилась 2 дня так. Нормально. Кое-что прикупила себе. Здесь была вот такая вот красивая футболочка беленькая. С логотипом. Будем носить. Потом вот такая вот маска. Для лица. Дальше их известный такой спонжик, который, ну, похож на Beauty Blender. Посмотрим, как он работает. Потом вот такой вот паникюрный наборчик. Такой весь розовый, красивый. Дорожный вариант. Ну, в принципе, неплохо. Все, что надо, есть. Посмотрим, как он в работе. Я так понимаю, это такие рекламные, как бы, вещи, которые каждая марка, я думаю, что имеет. Здесь еще какие-то вот пробнички. Массажное какое-то масло в пробнике. И средство, улучшающее цвет лица. Даже есть на русском языке. Ага, здесь массажное масло.
Флер д'оранж и органовое масло. Не знаю, что. Посмотрим. Конечно же, куда же без какого-то яркого лака? Никуда. И вот такая вот рекламная чашка красивая с этой девушкой с огнешкой. То есть она нам здесь написана марка и написано от руки, что она нам рекомендует по лицам. То есть рекомендует нам нарисованный, как бы сфотографированный лак. Я так понимаю, рекомендует эту марку. Ну, такая чашечка увесистая. Вот. Девочки, я думаю, что я вам все показала. Я не знаю, насколько затянется это видео. Я думаю, что вам понравилось это видео, было интересно. Дальше уже буду тестировать и все вам потихоньку рассказывать. И еще одно видео будет о том, что я купила сама на выставке. Там тоже кое-что интересненькое. Так что до новых встреч. Всем пока.